Смотрите, какая прелесть. Фиалка ПТ Джулия дала два разноцветных вида цветов. Это как это? Из одной розетки все растут. Но они разные. Одни такие, ну, по сорту розовые. И вот эти вот сине-фиолетовые. Не по сорту. Интересно, интересно. Я ее, наверное, себе оставлю и понаблюдаю. Такая необычная. Всем привет, кстати. Да, вы на канале Цветанутая Я. И я разбираю стеллажи. О, как всегда, разборами занимаюсь у меня. Все полным ходом. И полив, и заказы, и разборы, и пересадки. О, столько тут дела, то уже со мной завтра на работу. Я ничего сегодня, наверное, не успею. Вот сейчас вот полезла искать один сорт фиалки и вот наткнулась на такую прелесть. А так мне нужно найти тот сорт. Уже вовсю бронируют, вовсю покупают. Так что дела идут. В общем, поливаю фиалки. Свои не разбирала еще. Ну, моя основная полочка. С каждого сорта по одному здесь. А это все пристрой. В общем, здесь я все разобрала по сортам. То есть, вот здесь вот тоже. Допустим, здесь вот ряд СВ Севастополь. Город Севастополь. Второй ряд Севастополь. Вот, слушайте, у меня где-то еще один был. А, это Аша. В общем, я тут сортирую. Здесь Рандита трейлер. Здесь город Аша. Вот тут не поместилась одна. Вот еще одна Рандита. Это Рожевая Кавалия. Вот все зацвели. Потеряла название, но уже видно, зацвели. В общем, все цветут. А здесь Эрцгерцогиня, Мурзилка, ну и так далее. В общем, все сорта по ряду. Вот. Здесь немножко ассорти, но упорядоченные ассорти. То есть там несколько одного вида, потом еще несколько другого вида. Как-то так. Есть еще ряд без названия, где я или название потеряла, или это мне листики присылали, они были без названия, поэтому я не подписанные. Буду смотреть цветения и уже тогда или подписывать, или продавать с фотографией цветения. Вот. Либо себе оставлять, если мне понравится. Посмотрим. Так, хочу вот расставить все, полить в ближайшее время и еще раз провести обработочку. Рассказываю, как я поливаю цветочки. В общем, беру один поддончик или одну полочку и начинаю. Вот, и сейчас достаю вот эти поддончики и просто проливаю каждый горшочек. Вот некоторые уже цвести начинают, детки. Это все мои излишки. Вот, и отставляю тех, кого хочу пересадить. Вот здесь вот три маленьких детки я сажала в один стаканчик всего лишь месяц назад. Они уже выросли огромными, поэтому уже я буду сажать в отдельный стаканчик. И уже будут отдельные полноценные растения. Это микрофиалочка, поэтому она такая маленькая. На самом деле это уже хороший размер для нее. Отцветет это... Ой, такие цветы классные. Sundown Trail. Такие маленькие. Вот эти розово-фиолетовые разводы. Очень красивый сорт. Много у меня его и развела, потому что он мне нравится. Так, ну ладно, беру, значит, свою спринцовочку. Она у меня на всех фото на заднем плане видна. И поливаю по чуть-чуть. Вот. Если на стеллажах освобождается место, у меня на фитиль, чтобы на фитиль посадить, я самые большие ставлю на фитиль. Вот, например, там вот на полочке освободилось место, да, у меня для растений в пристрое. У меня забирают много вот это все забирают, вот это я приготовила. Вот, и три посылки забрала. Кстати, гибискус у меня засушила его случайно. Стоял у меня глубоко. Я не видела. Теперь он отойти не может. Даже не знаю, выживет или нет. Очень надеюсь, что выживет. Так. Ну, вот так
поливаю, кого-то сразу потихонечку пересажу. Ну, как сразу, по возможности. И каждый контейнер открываю, просматриваю, потому что в контейнере тоже иногда подсыхает земелька. И все просматриваем и поливаем. Захожу сегодня утром в комнату, а тут пахнет на всю комнату. Зацвела моя хоя Финлайсони. Красоточка. Как же она вкусно пахнет. И ярко, прям сильно пахнет. У нее тут еще один цветоносик вот маленький висит. Там вот. И, возможно, еще где-то, потому что я видела вот один вот отсох тут. Или это старый какой-то. Но она любит у меня цвести. Умничка. Я просто обожаю эту хою за то, что она такая цветунья. Вот. Это, наверное, старый цветонос. А, так. И чудо расчудесное у меня зацвела. Да, зацвела уже. Сегодня утром еще не раскрытый было. А сегодня уже раскрытый. Это хоя... Господи, карноза самая обычная. У нее было два цветоноса. Один вот отвалился. Ко второму сейчас подлезем. Вот такой, который не хочет фокусироваться. Ну давай. Вот, смотрите. Это только-только он зацвел. Я боюсь, сейчас все отвалится. Я сейчас, наверное, понюхаю. Ё-моё, вот что пахло-то, девочки. Вот что пахло. Хоя карноза на пустой плите зацвела. Ой, меня там видно немножко. Ой, красотка-то какая. Розовые какие пушистики. О, вот этот, наверное, смогу понюхать. Ить. Да, пахнет одуванчиками каким-то. Ой, какая красота. Первый раз за всю жизнь у меня цветет хоя карноза. Я так поняла, что хои цветут, когда они становятся большими прям. Маленькими они плохо цветут. В общем, она запахла. Я искала, что пахнет, не нашла. А потом уже обнаружила вот этот раскрывшийся. Но он был не раскрывшийся, когда пахло. Я все тут перенюхала. В общем, все цветут. И все пахнут. А это, оказывается, вот это вот пахло. А я ее не увидела сначала. Ой, ну почему не передают розовинку? Потому что свет плохой, потому что уже вечер. Ой, красота. Надо сфотографировать еще. Так, а еще я тут пока с вами стояла. Это я стояла, стою на краешке кровати. Смотрю, поворачиваю голову, а тут цветет моя... Монализа, господи, эсхинантус Монализа. Вот такие цветочки. Супер, класс. Вот я ее прям сразу полюбила сильнее. Его эсхинантус, такие цветочки. Ох, ну просто красота. Он у меня небольшой, да еще и какой-то пожелтевший. Мне кажется, его немножко подсушила, потом полила, подзалила. Не успеваю с этой работой. Ничего. Вот так вот. Ой, фиалки, это вообще тут все цветут. Я тоже надо вам показать. Надо видео с новостями за этот месяц снимать. И на балконе надо умираться. Ничего не успеваю. Может быть, на майские праздники смогу что-то сделать. Здесь я уже свет повыключала. Давайте включу, что ли. Так, у нас еще соседи немножко затопили, поэтому разбираемся тоже не до цветов вообще. Вот моя двухцветная Джулия. Красоточка, ну красивая, ну два цвета.
И оба такие красивые. Это жемчужный восторг. Цветет, вот уже цветает тут. Ой, это кто? А ты кто? Еще кто-то, я не вижу кто. О боже. По-моему, это без названия. А, нет, это Ян Паша. Или Паша, или Паша. Но красивый какой. С точечками, с пятнышками. Покажу вам еще немножечко цветения моих фиалочек, пока их тут поливаю. Ле-лада. Цветет вот такими вот розово-зелеными колокольчиками. Очень у нее аккуратная розеточка. Она такая, это мини-полумини, я не разбираюсь там в градациях, но не крупная фиалочка, маленькая такая. Вот. Симпатичная. И цветочки довольно долго держатся за счет того, что на них зеленый пигмент, а зеленый всегда дольше держится. И вот только посмотрите, какая прелесть маленькая. Маленькая, миленькая прелесть. Это Pink Pizzas. Розовая варигатность. Розовые цветочки такие резные. Махровые резные, не знаю, как правильно называется. Но это прелесть. У меня есть, по-моему, одна деточка в пристрое, так что кто успеет... Одна или две. Мне кажется, одна. Очень милая. Очень. Так, дальше покажу. Это у нас Sundown Trail. Тоже клевый очень. А, на самом деле он фиолетовый. У меня камера почему-то показывает синий. Но они фиолетовые. Больше к фиолетовому. С розовыми разводиками такими цветочки. Почему такой цвет, не понимаю. Здесь вообще синий. Да. Странно. Хотя вот. Нет, все равно синеватые. Ну, в общем, вот такие вот цветочки классные. И букетик такой замечательный дает вот именно эта фиалочка. У меня некоторые листочки поврежденные. Я думаю, что я зимой открывала окно часто, оставляла на микропроветривании, и поэтому такой у некоторых фиалочек есть поврежденные такие листочки. Но я их обрываю, а другие уже хорошие растут. О, красавица. Так, ладно. Поехали дальше. Ну, это Валларта Кампанас Марадос. Тоже фиолетовый, синий показывает. И СВ город Ашада. А, нет, это Анлига Плюща. Такой вот трейлер. Тоже красивый. Цвет мне нравится. Где-то темно-фиолетовый, где-то светло-фиолетовый. Ну, это у меня вот уже тут уже не очень красивая розеточка Dancing Trail. И Сады Любви. Янглюша. Такая маленькая фиалочка с большими розовыми цветочками. Это у нас Ян Паша или Паша. И вот у него, ну, он крупнее, и у него розовые цветочки с фиолетовыми крапинками такими. Симпатичные. Так, все расставляю, как всегда. Как всегда, никому места не хватает. Все в тесноте у меня. Но я уже убралась на балконе. Скоро будет место побольше. Надеюсь. Жемчужный восторг. Красивая фиалочка, нежная. И РМ Богиня Солнца. Этот листик я покупала когда-то в том году в доме фиалки. Да. Очень красивая фиалочка, нежненькая. Но она у меня, ну, такая, почему-то не нравятся мне листики. Они где-то желтоватенькие. Но сейчас уже ничего, пошли хорошие. Но долго она у меня приходила в себя, росла. К
какая-то слабенькая была. Покажу, как цветет хоя карноза у меня на балконе. Я уже некоторые цветочки вынесла при солнышке. Вот такая прелесть. Ой, ну просто вот милота. Вот она у меня тут так висит. Некоторые растения вынесла. Ну, общие планы потом покажу в новостях. Это карноска. Первый раз у меня в жизни вообще зацвела она. Сколько ж ей надо было времени. Я так понимаю, ей надо было большой вырасти для этого. И она мне еще в крапинку частями периодически тут. Так вот это не в крапинку. Ну, в общем, есть тут у меня плеть, которая в крапинку росла. По-моему, она перестала в крапинку расти. Но зато вот верхушка теперь красивая. Вот остальные обычные листочки. Так, ну фиалочки показала. Покажу бегонии Стауди. У меня вся цветет, прям не переставая. И у нее много там цветоносов. Ну, красоточка, я не могу. Вот эти вот листочки. Ой, супер. Я еще листочек посадила, потому что единственную детку у меня забрали. А, на всякий случай, чтобы не потерять этот сорт. Green Goddess бегонию. Детку достала из теплички, посадила сюда на полочку. Она сразу немножечко так чахнуть начала. Ну, когда из теплички достаешь, они не очень любят это все. А медленно я что-то, ну, не люблю, терпеть не могу. Вот это вот катавасию их с теплички вытаскивать. Я, ну, так, вроде бы жива. Я просто до последнего, когда они уже огромные становятся, ну, как огромные, ну, крупная детка, тогда я вытаскиваю, чтобы она нормально пережила доставание из теплички. Вот. Ну, это я вчера показывала. Патаджули двухцветная. Это то, что я тут вчера полила, отсортировала. Вот тут у меня местечко для растений. Ну, это еще я буду тут заниматься. Вот. Хани Сакл не показывала. Вот такая малышка цветет. По-моему, я не показывала. Вообще мне очень нравятся мини-фиалочки. Вот эту вот фиалку у меня много листочков брали. Лилиан Спарклер. Я не помню, по-моему, детки у меня нету. Но я листочки продавала, и я ее уже убрала. Потому что уже все обкромсала. Даже добавляла сюда торфу, вот досыпала, чтобы она расти могла нормально. Потому что я все обкромсала. Ну, я тоже листочки посадила на всякий случай, чтобы не потерять сортик, а то все разобрали у меня. Ну, чего тут еще из цветущих? Дюк де Ришелье. Такая вот фиалочка. Так, вот еще. Красивая. Ну, она когда как? Она когда красивая, когда вот простые цветочки, когда вот такие вот необычные. Вот. Видимо, молодые, вот они более такие фактурные, и цвет у них необычный. Так. Ну, это я вчера вам снимала. Блин. Лига плюща, да. Тут две в пристрое у меня. Детки. У меня уже детки такие, которые пристраиваю. Уже огромные все. Это уже даже не детки. Ну, а стрептокарпусы показывать я в них еще не залазила, не поливала. Поэтому, наверное, в этот раз не буду их доставать, вам показывать. Некогда мне. Мне сейчас нужно посылки отправлять и на балкон выносить, и все такое. Много дел с растениями. У меня сегодня выходной. Вечером буду еще, ну, еще другие дела, в общем, помимо цветов. Так что процветение заканчиваю свое видео. Всех люблю, всех целую. До следующих видео. Пока-пока.